Доброе утро, уважаемые граждане. Сегодня мы начинаем, значит, третью часть. Я две части снял про батарейку вечную. Вот она. Та же батарейка. Прошло 10 дней. 23-го снимал. Утром. Сейчас вечер. Значит, вечер 2-го. Прошло 10 дней почти. Что у нас произошло? Вот видите, диод продолжает гореть, то есть батарейка горит и не садится. Но напряжение подсело, конечно. Но меньше, сейчас покажу, меньше чем 1,90 вольт оно не садится. Сначала оно подсело до 2, потом стало 1,9. 1,9,2 и так и не садится. Вот сейчас померяю. Вот сейчас смотрю. Так. Ставим, значит, это самое прибор. Вот напряжение сейчас 1,89. И меньше она уже не садится. Сейчас покажу. А если мы отключим, вот сейчас и подключим, значит, прибор, подключим прибор сейчас, вот подключаем прибор, то она, видите, показывает 2,48. 2,59, 2,60 и пошло. То есть оно поднимается, видите, до 3,20. Когда подключаешь лампочку, на 1,9, 1,89 отпускается. И так постоянно. То есть меньше чем 1,89 оно не садится. Вот сейчас оно, видите, растет. То есть ток постоянно наращивает до 3. Вот сейчас будем ждать. Примерно дорастет до 3,20. И все, и встанет. И когда подключим нагрузку в виде лампочки, вот сейчас покажу, сейчас дорастет, вот 2,97, 2,98, то есть 10 дней, батарейка, можно сказать, вечная, но, конечно, мощность ее низкая, но если соединить 5 штук, то есть по 1,89, 1,9, 1,89, это будет 5, где-то можно добиться 9 вольт. То есть подсоединить где-то 7 штук, можно добиться 12 вольт. То есть брать на инвертор с нее. Но инвертор слабенький, конечно, то есть для зарядки телефонов, айфонов и для маленьких лампочек вот таких. Это вот лампочка, это от компьютера там освещает. Вот видите, 13-14, 13-15, вот. Продолжает наращивать, но уже медленно. 13-16, ну где-то я смотрел, до 13-20, 13-22 больше не наращивается. 3 вольта и 19 сотых. Вот
3 вольта. Ну, 3,2 вольта, видите, корачится. А теперь мы что сделаем? Соединим под нагрузку. Соединим это все под нагрузку. Соединим это все под нагрузку. Вот берем ту лампочку. Так. Соединяем с прибором. Что-то падает, да, раз. Здесь соединяем. Так, соединяем и на прищепку садим. Вот так. И второй конец. Таким же путем соединяем. И вот она у нас горит. Видите? Вот горит. Так. То есть прошла неделя. 10 дней прошло, вот она продолжает гореть. А на приборе, значит, у нас 1,91. Подождем. Все, больше не садится, видите. 1,9 вольта, то есть. То есть, вот 1,8 сейчас. 1,89. 1,89. Подождем немного. Сказал, что не садится, оно еще подсело. Вот все, больше не садится, оно так и будет гореть. Может, еще подождем. Вот сейчас вот сделал 10 дней, пошло. Еще 10 дней подождем. Вот запоминайте, 1,89 показания прибора. Еще подождем 10 дней. Поэтому, значит, что можно сделать? То есть заряжать надо, уже что-то применять. То есть 1,89 надо применять, значит. Это самое. Повышающий трансформатор, есть такие маленькие. С 1 вольта до 5, чтобы заряжать телефоны. Вот потянет тут маленькую лампочку. Вот она. Вот она и больше ничего не потянет. И телефон. А если подсоединить их несколько штук, например, десяток, то будет 18 вольт. То есть можно уже питать, допустим, что-то посильнее. То есть получается это... Получается вечная батарейка. То есть проверено. Давайте не будем торопиться. Еще подождем 10 дней уже там. То есть прошло уже 10 дней. Еще подождем 10 дней, уже окончательные выводы сделаем. На этом все заканчиваю. До свидания.